индикатором уровня боления зрителей является игра команды. Сегодня болельщики очень хорошо болели, переживали, и я думаю, что мы своей энергией заставили их переживать, сопереживать то, что творится на поле, и это очень хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку такую хорошую. Для нас это лестно. Неплохой первый тайм провели, старались строить игру через фланги, потому что знали, что соперник насытит середину. Было очень много хороших моментов, к сожалению, не реализовали, могли вести, в конце проигрывали первого тайма 1-0, естественно, сделали корректировки, вышли из замены у нас ребята, можно сказать, что неплохо вышли, середину второго тайма немножко мы чуть-чуть, слишком начали торопиться, успокоили ребят, корректируя сбровки немного, и более-менее, конечно, после второго гола взяли под контроль мяч. Был навал, были комбинации неплохие, конечно. Соперник мотивирован, им нужно выживать, поэтому мы знали, что будет очень тяжелый матч. К сожалению, не позитивный такой итог результата, но, тем не менее, хочется спасибо сказать ребятам за качество игры, за самоотдачу и самое важное, что страсть на поле была, хотели выиграть, победить соперника. Не хватило мастерства, не хватило немножко удачи, но что делать? Дальше двигаемся, будем анализировать, тренироваться, и поэтому нас ждет еще очень много игр, 8 интересных туров, которые мы не дадим болельщику скучать, и стараемся дадим позитива, позитивных моментов гораздо больше, чем нежели сейчас.